Друзья, всем большой привет! Сегодня предлагаю приготовить очень быстрые, легкие и вкусные закуски на праздничный стол. Здесь у меня зеленый лук и петрушка. Отправляю все в блендер. Я взяла спелый авокадо, разрезала. Теперь делаю вот такие надрезы. И ложкой перекладываю авокадо в блендер. Вытягиваю косточку. И вторую часть тоже в блендер. Добавляю немного соли. Соль потом можно отрегулировать. Добавляю лимонный сок. 2 чайные ложки тоже можно потом отрегулировать. И все измельчаю в блендере. Я попробовала на вкус. Добавляю еще немножко соли. И немножко еще лимонного сока. Все перемешиваю. Перекладываю все в кондитерский мешок. Берем багет. Его можно поджарить в тостере, в духовке или на сухой сковороде. Отсаживаю массу на багет. Сверху кладу креветку. И украшаю веточкой петрушки. И вот такая красота получается. Готовлю следующую закуску. Для этого огурцы я нарезала вот таким наискосочек, чтобы они были такие длинненькие. Сделала розочки из копченого лосося. Отсаживаю крем. Кладу сюда розочку. И вот такая закуска получается. Для следующей закуски я использую соленый крекер и филе сельди. Я купила уже готовое филе сельди в русском магазине и прям очень счастлива. Выдавливаю паштет на крекер. Кладу кусочек сельди. И украшаю редисочкой. И вот такие быстрые, легкие и вкусные закуски получились. Рецепт простой, легкий. Рекомендую, попробуйте. Благодарю, что смотрели мое видео. Если вам понравился рецепт, поделитесь им со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал. И до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!